Ничто иное, как финал сетки Винроу. Ребятки, на данный момент предстоит нам сейчас поглядеть. Жаришка должна быть отменнейшая. Стоун против Паситы выступает. Уф! 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 Вы готовы, ребят? Рекомендую открыть на проветривание ваши форточки, балконы, лоджии. Включить кондиционер, сейчас по-любому будет жарко. Ух! Раунд начнется через 3, 2, 1, бой. Погнали. Так, опа, сюда на сфере прискочу сейчас первую, Афиночки. Пощечинку дал, вторая нет. А ну, на шафте она придет. Стоун вообще, вы посмотрите, на что он претендует, да? Думает прям все попасть. Ёптень. Но три болта наловившись, немножко прыть остудив. Думает, надо бы как бы и не сдохнуть сейчас. А то шансы велики. Вот эта позиция на шафте не очень. Хорошо, ребят. Заходит очень агрессивно Паситес. Попадает еще рельсу и сейчас будет явно закрывать. Вот он! Вот он! Вот он! На шафту намотан! Да, ребят, Пасита делает свой первый фраг, явно загнав Стоуна. Этот фраг, если вы могли заметить, начал формироваться секунд 40 назад. Хорошая рельса еще может быть? Там такой рейнджер такой, оп-оп, чида-гоп, а мы спеваем, оп-оп-оп, чида-гоп, а мы танцуем. Понимает, что происходит Пасита и явно уже попривыкнув за все эти турниры, ребята, к темпу от Петра Стоуна. Явно знает, что делать, ух! Красиво меняет позиции. Не держит. Не держит рейл. Стоун явно тоже загнал, ребята. Так долго формировался этот фраг. И ввиду этого, что происходило, Стоун более эффективно создал его, как мы видим на данный момент. Без всяких затруднений у него 100-100. И он ждет свой первый основной айтем. Конечно же, атака на красный. Иди сюда, блядь! Конечно, конечно. Смотрите. Люди. Фраг на блюде. Активничает Стоун, тем самым повышая шансы противника оказаться в неловкой ситуации прямо перед ним. Ведь весь необходимый пул оружия у Стоуна уже есть. Да, красивые перестрелки на рельсах лишают Паситу жизни. Это третий фраг на счету камня, ребятушки. Уф. Пасита затихарился, хочет... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фотография! 9 на 12 с наивной подписью пресс-F. Очень жестко, ребятки, очень. В этом и сила рейнджера и Стоуна, как же ж он... Тонко чувствует, когда заносит эти ракеты с половины карты. Темпом давит, не дает развиваться, тем самым повышая шансы на ошибку от оппонента. Опасность! Ливой за счет веревок, двойных джампов, всяких Пасита из боя. Ребятки, ребятки, настойчивость, она иногда и вредна, как мы видим на примере этого фрага. Но Пасита в этом темпе не мог считать. И как мы видим, такой профессиональчик и все-таки не смог. Не смог досчитаться
не пришел на мигу и тем самым оставил своего оппонента на контроле. Не держит рису до сих пор паститор. Угу, хорошо. Конечно же, минус Стоун. Он все-таки рассчитывал на то, что попадет в свои рельсы. Но не случилось. Всего лишь один фраг на данный момент отделяет Паститу от Стоуна. Учитывая наличие времени большого, еще 5 минут. Все еще шансы есть. Хороший стек. Почему они не слушают, не затихаряются никак? Постоянно форсируют как-то события и ебанутся. Вот она встреча! Хороший, ребята, хороший! Вы видели, оставаясь на лестнице, он ждал действия от оппонента. Минус Стоун. Извиняюсь, ребят, тут мои правила не работают. Извиняюсь, ребят. Все, больше я не буду наперед пытаться предсказывать. Стоун там такого шафта дал, что мама не горюй, как говорится. Чувствуя, что проиграл. Этот файт Пасита пытался ливнуть через джампад непродамаженным, но нет. Еще шафтеца хорошенького. Что же делать? Что же делать? Надо заходить на мигу. Скоро она. Рельсы нет, а это очень важное оружие в борьбе против Афины. Тем более так хорошо попадает Стоун. 28%. Аккуратничает Пасита, понимает, что шансов камбэкнуть не так много. Казни его, Пасита. Казни. Шучу, конечно, ребята. Так, секундочку. Эх, казалось бы, джампад. Но нет, не сыграло это положительно. По-прежнему у Паситы нет таймингов на мегу, ребята. Обоюдный фраг — это лучшее развитие событий, на которое мог хотя бы рассчитывать Пастита Том Амплуа. И сейчас респы решат, у кого же станет больше шансов. Ха-ха-ха. Запутался, ребята, запутался Стоун. Я видел это один раз в жизни, чтобы он запутался. Афина будет открывать за счет веревок, конечно. Конечно же, столько попал. Все, ребят, у Пастита есть шансы закрывать Авокин. На контроле, находясь с ракетой. Все что угодно, только не фраг для Паситы, да? На 12 хапах выживает Стоун, и так. Жестко. Уже на 2 фрага преимущество выходит Стоун. Как мы видим, 1,5 минуты до конца остается. Выжрала Афина. Выжрала Афина. Красный. Пиздец, неужели сейчас еще и мегу отдашь? Путешествует Стоун. Чуть по роже не прилетело, видели? Да, очень грамотная, конечно, сфера.
Максимальная выжимка результата из сложившейся ситуации. Максимальнейшая вообще, ребят. 30 секунд, 2 фрага, пасита. Сдается, ребята, ГГ. Да, пасита покинул матч. Сдается.